Аишки, всем, я Квас, и я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с Дестройером продолжим погибать молодыми, если кто вспомнит, откуда отсылочка, и, в общем-то, страдать x200. В общем, давайте посмотрим, что из этого все получилось. Надеюсь, серия заходит. Если какие есть комментарии, обязательно их пишите в Ютубе. Или, конечно же, заходите ко мне на Discord-сервер и там напишите мне или Дестройеру, что вам нравится, что вам не нравится. Кого попросили бы расписаться на груди, ну и так далее. В общем, приятного просмотра. Так, да вы что, издеваетесь, что ли? Мы только пришли, вы уже стрелять по нам. Да. Так, тут надо было дверь выбить. Да. Вроде как. Оп. Прикинь, огнетушители тоже можно взрывать. Где? Тут вроде были эти твари. Фашист, граната! Забавная эта вся хрень. Оу, здрасте. Оу, тихо. С дробовика хорошо в голову прям стрелять. Они прям так быстро дохнут. А вот этой твари не дохнет. О, какая-то. У твари. Можешь их там взорвать всех. Ой-ё, стой, стой. Или мне вставать. Вставай. Я не дожил. Ник. О. Давай я это быстрее истеку. Не успеешь просто поднять. Да, потому что их тут слишком что-то дофига. Да я думаю. Я думал, из Убергана это вальнуть их. Да ёпте. Так. Чё их так до хрена-то? Мы когда здесь играли, их не было столько. Да, не было. Если что, давай. Я умираю. А, да. Да, точно. Там кто-то же умирает. Да там к тебе вообще не подойти, я думал это. Субергана их вальнуть. Ну чё-то он вообще долго заряжается. Ну да, БФГшка она долго. Ну у нее там по 1000 урона зато. Блин, вообще зараза. Блин, а чё нам... Да ладно. Ну может хоть босс заспаунится. Кстати, а выстрел-то мне, блин, списали? Вот твари. Да. Прикинь. Ой-ой-ой. Нет, босса нету. Или от того, что мы его один раз завалили, он все, его не будет? Ну это странно, потому что в других местах он спаунится все равно. Ну он тоже там с определенной периодичностью. То он есть, то его нету. Да ты ж попадишь, нет? Не, можно жить, пожалуйста. Ну ё-моё, ты издеваешься, я же уже здесь. Около двери. Ты же всегда бежал до двери, чё ты умирать-то собрался? Да я это хотел. Анна. Хрен бы с ними. Ты вообще какого хрена тут делаешь? Патроны давай забирать. Да. Блин, так тупо сдохли. Да вообще. Так, с чего бы их всех перестрелять? Дробовик? Ну-ну. Просто регенится.
И не забывай про Тэш. Ага. Оргштайн, там, там какая-то еще хрень. А? Так, что там? Да ты охренел, что ли, совсем? Он там еще и бронированный, да, ну его к черту. Да, ну. Почему у них есть снайпер, снайперка, а у нас нету? Не знаю. Мы можем только и штурмовухи делать. Да. Не подходи, у него ближняя дистанция стрельбы. Вот этой твари. Э, ты охренел тут появляться? У-у-у, чё там? Чё-то подвисло всё. Хорошо, хоть развисло. Э, чё так подвисать-то начало? Э, да, ударь-то по нему, чё ты встал-то? Ой. А, тут огнеметом все залили. Ой-ой-ой, твою мать. Сраные дроны, как они меня достали, а? Я тоже. Он даже умереть спокойно не мог, а? Вот тварь. Mm-hmm. Забираем эту хрень. Так, ну что-то мы, видимо, в прошлый раз что-то поспешили. Да. Надо их отстреливать как следует. А то мы их как-то в одну кучу, и они это... Вон, смотри, уж целятся вот твои. Всё, сдох. Так. Дробовик сразу взять. Угу. Дозвезделся. На нижнем уровне я хз что брать. Потому что там это... Так, давай. Ага, ему электричество вообще похер. Ну нет, ты ему броню сбил. И от этого я его быстро развалил. Во, в этот раз хорошо зашли. Здрасте. Так, вот это, да, оружие у нас осталось? Или какое? Да. Наверное. Не, это же не пушка, это просто тут. А, ну тут просто патроны. И броня. Ну, блин, зря шли. А ты через что зашел? Через дверь. С какую? Ну вот же я. Это дверь... А. Вот тут кого-то стреляли из пушки.
Где? Он здесь? Ага. Вот из этого лазера? Ага. Неудивительно то, что вот тот чел не выжил. Так. Чё, все, больше ничего нету. Я думал, что-то интересное будет. Значит, нам надо идти в Брудер 1. Что? Последнее оружие, это, по идее, должно быть снайперка. Ага. Которая нам уже будет нафиг не нужна. Это ты разработчикам скажи. Что это должна быть снайперка, а не огнемет, который стреляет на 3 метра всего лишь. А это огнемет? Ну, я не знаю, что это. Но я так предположил. Так, пойдем сразу к Брудеру, наверное. А, тут собака. Ага. Может, нафиг эту собаку? Сразу к Брудеру. А я не понял, а что это собаке пофиг? Да ты где класс? Я вон уже это ушел. Ну, ты, конечно, молодец, что ты ушел. Только как ты ушел-то туда, а? Паркур, мы чуть-чуть багами. Открывай дверь, дура! А че ты не перепрыгнул? Я понять не могу. А, стекло выбить. Троны забрать. А мы вообще в правильную сторону идем? Я не знаю, ты меня ведешь. Ну, вроде да. Ой, собаки. Значит, правильно. Не знаю, где бы, где-то бы забрать общую жизнь, но... Ля-ха-муха. Не, ну значит, точно в точную. Точно. Я не успею, бляха-муха. Так, отходим. Тактическое отступление. И все. А, ты-то тут что делаешь, тварь? Там еще один спрятался. Ползи сюда. Ползу. У меня вообще нет. Лучше умри. У меня вообще нет. Это. Нихрена. Так, пусть подходят. Все. Так. Чё ты его штурмовать в лоб, этот Брудер, конечно, эй, он там стрелять умеет. Через эту. Умеет. Блядь, тут еще этот сраный безжопник. Да. Если бы не он, мы бы уже всех завалили бы. Там еще один какой-то. Хер с горы. Ой, их тут больше, чем просто один. А их два? Так, значит. Опять эти чертовы дроны. Ну, чуть-чуть подохнем, нормально, ничего страшного. А чё они все так и валят, я что-то не понял. Все. А, вот еще где сидит чувак. Ай-яй-яй-яй-яй. А чё мне кто... А, там сзади еще был, да? Наверное. Так давай, все.
людей больше здесь. Ой, сколько тут кишков. Не. Со всех сторон лезут вообще твари. Чё, придется опять по тоннелям в Брудер прорываться? Не хочу. И ты, я думаю, тоже не хочешь. Знать бы, где эти тоннели. Их еще найти ведь надо. Ну да, это тоже верно. Маленький Берлин, блин. Надо же было такое придумать. Так, как бы их сейчас нам вольнуть, так? Так. Вот, я нашел где туннель. Где? Вон он. О, опять собака. А можно как-то без собаки? Да, можно. А, это тот чертов тоннель. Да. Понятно. Забираем денежки. Тикай. Чуть-чуть. Пистолет-пулемет удобная вещь, в принципе. Да. Но он нехило снимает этих всех гадов. Давай, ползи. Пистолет тоже неплох. Нашел он, блин, время, когда перезарядится. Перезаряжающий. Егерей вообще разносит просто в хлам. Главная ошибка это не рисковать и все. Ой-ой-ой, патроны. Все, и патроны кончились, в принципе. Ой. Берем общую жизнь. Uh-huh. Да, блин, пистолеты быстро кончаются. О, можно вот взять. Наверх. Так, о, пропал прям. Я кого-то убил случайно. Ой-ой-ой. А ты егеря не хочешь убить, не? Какого?
Она вам задницу просто чуть-чуть заходит. Одного я убил. Егеря. И второго тоже. Так, куда нам там? А вниз нам надо? Вроде нет. Может, оттуда всех освободили. Ну да да, на всякий случай. У нацистов намечается собрание далеко от вас. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон на телефонный аппарат. Попробуем добыть какие-то сведения. Ну? Все. О, патрики, патрики. Деньги. Так, теперь надо как-то во внутренний двор попасть. Там а, вот, кстати. От... Нет, ну сюда нам не надо. Тут только ящик есть. И газетка. А во, вот она. Мы просто его тогда не нашли. Во. Серебряная монета. Так, что у нас по прокачке? Давай посмотрим. Эх. Мастер, слушай, ладно. Я только заметил, что есть мастерство. У меня мастерство некоторого оружия уже плюс 12%. А, то есть за то, что использую. Сколько, да, то есть где-то 300 я убил людей, где-то это. Это клево, интересно, тут вот сколько. Ну да, у меня вот вон штир. Ну да, вот получается. А у тебя больше где бонус? Ща. Так, этот прокачал. Больше всего бонус у меня... На винтовке. Потому что у меня мастерство третьего уровня. Ну, у меня тоже на штурмовухе. Ну, потому что мы чаще и всего... А, будем. Даже четвертого. Фу, четвертого, да, на винтовке. Нифига. Давай, открывай. Ну, я потому что не только с винтовки стреляю. Ну, и... у меня получается либо вот этот пулемет мелкий для всех, либо вот это типа снайперская. Ну, на самом деле это штурмовуха, но... Ну да. Так. Опять жопа. Да. О. Ага, тут больше тоннелей, чем до этого. Да. Че, нам вон тут тогда дверь вскрываем, да? Ну ой. Да. Жалко, она так не вскрыла. Так, дверь открыта. Пойдем? Да. Чтобы так. Ну ладно. О, ящичек. 100 серебряных монет. Нихуяшеньки. Напихали мне тут. Ну, к тебе. Ну, тут робот. Был. Нет. Есть. Нету. Уже нету. Ой, ёшки, а чё вас так много тут? Чё-то мы быстро довольно-таки пробежали. Нам уже мало чё страшно. Уже столько раз прыжки проходили. Да. Так, столько раз уже обогали.
Так, а нам точно сюда? А хрен его знает. А, ну вот какой-то. Ага, тут просто денежки. Опять чертовы деньги, да? А, во. Куда ты там ушел? Ты нашел куда надо идти? Нет? Ну, что-то похожее. А кто-то еще выше поднялся? А, ну мы здесь были. Класс. Ага. В общем, где-то тут должен быть это. Ну какой-то враг наверху прям есть один. Надо как-то к нему попасть, наверное. Открывается с другой стороны. Нет, это не... Нам... А, во. Пуньк. Ну, нам было просто кнопочку нажать. Угу. Ну, мы привыкли более к сложным вопросам. Решением их. А тут просто надо было кнопку нажать. О, так, это сюда, да? А тут что у нас? А, ну и здесь я, собственно, уже был. Класс. Ну что у нас тут? Лианы, хрена. Короче, всякая хрень. Так, надо, кстати, посмотреть, есть ли очки. Штаб-квартира гестапо. После того, как о, гестап. В 60-х ваш отец убил Гитлера, генерал Лотар Брандт устроил путч, чтобы возродить гестапо. Он был дерзким, сумел отнять власть у берлинской элиты и СС. Сейчас гестапо контролирует весь Париж. Надеюсь, последние дни. Мы на месте. А, уже днями счет пошел. Ага. Может, это надо было... Ну, хотя мы и так уже... Так что нам ничего не должно быть страшно. Там, судя по всему, ходит робот. Судя по звуку. Так, подожди. Давай тогда очки посмотрим. Так, может. У меня, кстати, 4. Так. У меня 8 очков. Нихера ты набрал. Так, вас нельзя сбить с ног. Мышцы это я прокачал. Вот это, наверное, и броню прокачаю. Все, у меня карманная перезарядка теперь есть. Круто. Так, а давай посмотрим, есть ли вообще что-нибудь тут. То есть мне доставать свою БФГ? Ой! Дура! Ну... Ты куда там? А. Ты... Убер. Короче, вот это. Бах. Не знаю, сколько я ему снял жизни, но я что-то снял. Выходи. О, я прям над ним. Сколько у него жизней, можешь сказать? Блин, он прям под мост зашел, зараза. Так, я сейчас тут с одной парень разберусь. О, ты ему практически всю броню снял. Ай-яй-яй. Это хорошо. То есть, сделал всего лишь буквально пару выстрелов. Ага. А именно 4. О, все. На нем оружие еще какое-нибудь осталось, я бы его взял. Не знаю.
Ты его, скорее всего, как патроны взял. А, думаешь? Сейчас посмотрим. Скорее всего, да. Хотя я вроде даже близко не подходил. Но у него основное оружие вроде было огнемет, а не это. А не бахалка. Ну все, пойдем. Гестап полить. Так, где там моя? Так, понял. Ой, здрасте. Ну, короче, какое-то энергетическое еще осталось нам. Лазерное. Ай! Это что такое было? Не знаю. Открывается не отсюда. О, я открыл. Там внутри должен быть Сфинкс. Он доставит вас в главное здание. Ищите. Конец связи. Кстати, а запись-то идет? Да. О! Жизнь. Да. Ну, хватай, дура. То есть нам осталось еще одну тварь вальнуть, чтобы миссию выполнить. Это... А, это ты так это, приземлился? А, учитывая то, что я не прыгал. Откройтесь. Так, еще перезапишу. Дамы, в этом секторе должно быть хранилище трофейного оружия и снаряжения. Ооо! Найдите его. Вдруг там что полезное? Круто! Спасибо, Эбстер. Там это. А, не, мы можем все. Да. Так. Это я случайно, это ж я. Вот, коды ящиков. О, нашел пушку. Какую? Лазерную. А, лазер крафтверкер. Господи. Да. Еще один. А, это типа как вот это здоровое, только маленькое. Да, только более удобное, да. Так. Что по прокачке? Ой. Ну и качать ее можно больше. Ага. И урон побольше все-таки. Прицелы. О, на нее есть даже лазерный прицел. Я думаю, обычно мы пойдемся. И потом как-нибудь. Коллиматор и фонарик пусть будет. А дальше было пройти. Пытали кого-то. Патрон называется 10 киловатт-час. Ну, киловатт-часов, да. Батарейками, в общем, заряжаем. Ты что так пугаешь? Слушай, как хорошо, что я ловлю баги. То есть собака во мне застряла.
смогла меня ударить. Не, красиво взрывается. Да. Но я все-таки эту пушку оставил на... Да, все, патроны закончились. Ну зато хедшот хорошо пробивать. Ну сейчас, я думаю, найдем еще патрончик. И так. Так. Еще дверка. Ящичек с деньгами. Так. А вот тут тоже ящик с деньгами. Еще дверка. Энергоснаряды. Хрень. Круто. Где там у тебя еще ящик, говоришь? О, я могу с разгона это пробивать ящики. Угу. Так, ну что, открываем? Ага, сейчас. Да, чё она одна не может? Она ж может одна потянуть два рубильника сразу. Ну вот, все. Короче, притворяются они. Ага. Так, тут кто-то шароебится. Ты думаешь, мини-босс или босс? Давай, у меня боеприпасы кончились, нет? А вот на эту нет. Ну давай поиграем с тобой. Не будете играть, я его убью быстрее. Мне долго ждать. Лень. Долго мы с ним играли что-то. А, офигенно мы вообще проходим. То есть раньше мы там походу могли пройти. Не, она была закрыта. А. О, лифт, смотри, какой элитный. Элитный. Гестаповский. Да. Жалко, что нам придется все это сломать. Опять пугают. Чё-то твой персонаж вообще такой пугливый, что писец. Ну, видимо, типа младшая сестра. Хотя одни одинаковые. На минуту, что ли, раньше? Да, да. Архив Гестапо, офигенно. На самом верху. Иди нафиг. Ну, долго, и все. Ничего. Не, вот дробаш хорош, то что можно вот так вот пойти, пока есть боеприпасы, всех уничтожать. Это да. О, собачка маленькая. Это, блин, кто? Сдохну наконец-то. Тык, а ты еще? Так, патроны и тык. Он живучая тварь, писец. Да, он просто выше нас по рангу.
Давай возьми. Хим меня. Да кто вообще? Ага. Откуда, блядь? Вы в жопе-то появляетесь, я не понимаю. Каким гаком-то вообще? У них, конечно, уровень быстро растет, как и наш. О, еще денежки. Пончики, груши. Ты чё, гестаповец? Ой, ёб твою мать. Ты тут каким гаком-то появился? Брудер один, код к ящикам. Так. Вы не дали мне почитать код, твари? За это я съем ваши эти... вашу еду. Ой, ёбаный ты насос! Сука. Лечи меня давай, лечи. Давай прыгай. То вот это тварь тебя? О, она, к счастью, свалила. Вот, можно сожрать их еду. Да, я там грушу уже поел. Мне за это отметили, что я грушу сожрал. Они такие, нет, ты сожрал нашу грушу. Да. Всё, тебе хана. Ну, патроны, конечно, писец, быстро кончаются. Ой, ё-моё, роботы пришли. Фига не быстрые, конечно. Так, подожди, я еще в кабинете гестапо не был. А, тут пусто. На порт. Да ёб твою медь, как вы меня забыли. И, кстати, расшифровал себе дискету, которая с кодом для ящиков? Да. Так, давай. Да беги ты, дура. Дура. Главный, блин, персонаж, реально? Ай, ёбаный ты насос. Что ж ты такая тупая-то? Фу, все, сдохли все. Так, коды, надо будет их как-то это. Что там происходит? Стреляет, да? А, это ты, тварь. Брудер к ящикам, да, у меня есть. Надо будет вскрыть эти ящики. Сначала их надо найти. Ну, кстати, как еще вы... выше можно подняться? Можно. Вот тут кнопочка. А, нет, дискета. Так, еще бабосики я тут нашел. Так. Новый код от лифта. 43-51. 43-51. Все. Все, у них двери какие-то сломаны, не открываются автоматически. Да, что-то как-то роботов настрочили, а сделать так, чтобы они... двери автоматически были, не смогли. Да. Да не, они у них автоматически только почему-то ломаются постоянно. Перед нашим приходом специально ломаются. Кстати, а сколько у тебя денег? Я не знаю. Не смотрел. Если около 3000, то можешь купить себе эту... как это? Активный навык, который будет восстанавливать жизнь. Не, 719. И... Сестры, вы приближаетесь к офису Гестапо. Так, сейчас последний. Вон там тварь. Слева. Блин, тварь вообще. А, давай. Добивай его. Ползи. Ползи. Ползу. Вот они ж потом... Им потом... Вот чё они стреляют?
Потом опять чинить им придется. Вон дураки, да? Не могли нас просто пропустить? Мы бы ничего не ломали. Да-да. А так вот все восстанавливать придется. Да что ты издеваешься, что ли? Чё там? Да перезаряжаться решила, прям когда в это враги все вышли. Да, это бывает. К сожалению, очень часто. Вы задолбали. Граната нафиг. Блин. Ты где писец. Там? Их тут много, слишком. Ой, 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 успеть. Уходи, там граната. Достал ты. Новый уровень, 34-й. Светло у них. Ну да. Специальные окна, блин, понаставили. Так, припасики всякие. Бронька. Вообще жизнь. Чё там я еще пока даже ни разу не задох. Удивительно. Да. Ну. Все. Все еще впереди. Да. Еще вроде и боссов-то не было, да? Ну да. Ну, у тебя Uber вафли есть. Поэтому, в принципе, ты всех и так выносишь. Ну да. Пару выстрелов. О, опять роботы. Интересно, там всегда пишется камера вторая? Ой, да не проблема. Ой, что-то мне это не нравится. Ну, что-то архив большой, не? Это 5 мегабайт всего. Ой. Ой. Привет, дружище. Воу! Не, меня к такому еще жизнь не готовила. Ёптель-моптель. Ой! А тут везде такие ловушки, слушай. Я сейчас наверх просто поднялся, думал, что не будет, и хрен это. Мы тут с ним дуэль устроили. Кто лучше? Ну пока я выигрываю. А-а-а! Я его что, не добил? Тварь. Восстанови меня. Я ему ещё докажу то, что я лучше. Я тебя даже с обычной пушки добью, тварь. Дай вот, мне пушечку, отойди. Подбирай, подбирай. Вон она валяется. Вот она. Она. Вот, стреляю. У меня ее здесь нету. Ага. Ну... Что-то тебе не везет, она не выпадает. То есть эта пушка у каждого своя. Что-то у нее походу маленький шанс, что ли, выпадения. Походу. Ай. А вот висит, не? Не она? Че? Смотри, она где-то валяться должна. Сука, отдай мою пушку. Мудила ты. Не, нету. Нету? Слушай, что-то как-то начало подвисать. Обидно. Не, как. Ну хотя это, скорее всего, просто тросинхроны пошли. Чё?
Так, хорошо, что ты сам пришел. С ключом. Что-то было легко. С этой убер-пушкой, да? Да. Взял ему, пару выстрелов сделал. А, у меня даже пушка сейчас вся, она перезарядилась. За счет него. Чё, всё? Всё так просто. О, новое задание на рейд. О, на X. Мы что, за этот раз что, уже успеем и лабораторию X рвануть? Ну да. Чё-то вообще. Не, ну так неинтересно. Я хардкор. Вот та миссия получается. Мы там несколько раз, ну правда, ладно. Если бы не прыжки, там было бы всё вообще на изи. Весело. В этот раз веселое видео было. Ага. Давай. Так, сестры, вот еще один фрагмент послания Лотара. Ну давай. Вознесение? Четвертый рейх уже пошел. Да. Я думал, третий. Попробую расшифровать конец. Так. Деньги есть? Да, расшифровывать. Так, у меня 1154. О, ресурсы появились, слушай. А теперь ресурсы, походу, надо будет собирать. А они, по-моему, и были? Ну, скорее всего, за этот счет мы и будем угрейдить пушки. Петелька! А, слушай, у меня урон вот от того, что удобство есть. У меня урон сейчас 1019. Подрос у Убергана. Нормально. То есть потихонечку. Самый раз. О, здрасте. Да ты сдохни. Это ты мне сказал? Нет. Ну, что-то подействовал на меня. Тихо. Я восстановил тебя, да? Да. Вот и все. Ладно, один раз упали. Что-то вообще как-то несерьезно. На чем мы, получается, выполнили миссию на убийство двух тварей, да? Да, наверное. Да, она. Как она еще куп это. На это. Вообще писец. Так, сейчас посмотрим. Нет, мы только одного разрушителя завалили. А, и один гидрант. Еще 4 гидранта надо. А, разрушитель, походу, тот все-таки был как главный босс, и он не посчитался как разрушитель. Ну, блин. Вот тот был какой-то более-менее интересный хотя бы. О, кнопочка. Чё за кнопка была? Дверку открыла. Я думал, запуск ядерных ракет. Как думаешь, там будет босс? Вниз. Крепи опять возвращаться. Зачем? Да. Чё,
по радио не может передать информацию, что надо сделать. Ну да. Ну типа боится, то, что перехватит. Ну да, действительно. Было бы кому перехватывать, мы вроде верхушку уже разбомбили. Ура, заставка! Вы сотворили чудо, это нужно отметить. Башни стали нашими. Я отправила группу бойцов, они расчистят нам путь в лабораторию Икс. Эх, скорее бы найти отца. Конечно, конечно, но сперва предлагаю выпить за капитана Бласковица. Давайте-ка выпьем. Выпьем? Солты, выпьем. Кэскэсэ бон. Садитесь же, пейте. Итак, взломав все сервера... Все, одну вырубила. Мы получили полный контроль... И вторую вырубила. ...данными между Парижем и Берлином. От вина. Сработало быстрее, чем я думала. С троих вырубила. Лотар. Мой милый, время пришло. Стол. Да? Ага. In Berlin einen Denkzettel zu verpassen, meine Liebste. Die Vision unseres geliebten verstorbenen Führers in neue Sphären zu heben und ein viertes Reich zu gründen. Eine neue Welt über den Wolken. Вот ты подстава. Я натюрлих. Мерси. Огромное спасибо за помощь. Дай девушкам вина, сигарет и приключений. И они клюнут на что угодно. Genug davon. Der Tag des jüngsten Gerichts rückt näher. Wir müssen in Labor X eindringen und uns auf die Machtergreifung Berlins wappnen. Bringen wir es hinter uns! Zieh ihren Kopf zurück! Bringen wir es hinter uns! Da ладно. Welch ein befriedigendes Gefühl. Der Blutlinie von Terror Billy ein Ende zu setzen. Пам-парам-пам. Пам-пам-пам-пам. Артур, Кеннет. Мы в пути, Эбби. Гусем баронессы что-то неладно. Конец связи. Эбби Шерри, приходи с девочками в комнату отдыха. Приходи с девочками в комнату. О, минус глаз. Опа.
Он тоже в броне оказался. Ох, как все весело, так оказывается. Двойной прыжок наоборот. Да. А я тут что, добили? Нет? Нам нужно отбить Зигтурм. Задействуй союзников в Берлине. Пожалуйста, скорее. За ними, Джет. Я с Эбби. Эбби, Эбби. Лотар, скорее. Сука. Джет, помоги. Черт. 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 Эбби, держись. Эбстер, тебе больно? Ну они и лохушки. Сейчас, сейчас. Стоп, стоп, стоп. Сука, застрял. Блин. Застрял, блин. О боже, боже. О боже. Так, подумай сейчас о чем-нибудь приятном. Хорошо, Эбби? Ты нас напугала. Весело. Жить буду. Когда найдете отца, без глаза осталось. Скажи, что отца. Поняла. У меня возникает вопрос, а где все остальные тут тусовались? Не, они типа не знали про это? Вот что я узнала. Когда генерал Лотар перестал подчиняться Берлину, в его пентхаус в Зигтурме был направлен отряд. Во время штурма он был серьезно ранен, но сумел сбежать в парижские тоннели вместе с Жужу. Затем они вышли на связь с сопротивлением и проникли в его ряды. Это реально очень опасная парочка. Берегитесь. Весело. Да уж. Ну вот как-то так все у нас прошло. В общем-то, достаточно лихо закрученный сюжет. В принципе, мы это все ожидали, но не ожидали, что пострадает кто-то третий. Вот. Ну, в принципе, пока все интересно. Не необычно, но интересно. Не забывайте подписываться на канал, заходить ко мне в Discord. Всем удачи и пока.